прекрасный город Приволжье. И говорим мы, конечно, о Пензе. Именно там, 7 декабря по адресу проспект Строителей 45А в торговом центре «Космос-Сити» состоялось открытие нового салона «Интерьерные решения Ариста». Открыла мероприятие речь Анны Камаевой, руководителя направления «Интерьерные решения Ариста» по ПФО и ЮФО, в которой она поприветствовала всех собравшихся и презентовала гостям новинки компании, а также рассказала о возможностях сотрудничества для предпринимателей по программе франшизы и программе сотрудничества с дизайнерами интерьеров. Далее гостей ждала лекция от приглашенного спикера Михаила Грачева, дизайнера интерьера с опытом более 10 лет, основателя и руководителя студии Style Home. Тема лекции Михаила – бизнес-модель успешной дизайн-студии, финансы, команда, клиенты. На примере Style Home. Приглашение в Пензу само по себе как почетная медаль по выражению русского поэта. Но даже учитывая это, оставить гостей без подарков мы не могли. В конце мероприятия прошел розыгрыш призов, и суперпризом стала кофемашина. Мы рады открытию нового салона в Пензе. В добрый путь! Ждем всех в гости!